Всем привет, дорогие друзья, с вами Родригес. Мы продолжаем играть в Punch Club. Что же, наш Рокки очень-очень сильно занимается, очень такой стал профессиональным бойцом. Вот мы котенка нашего погладили. Я тут не знал даже, что можно котенка погладить. Смотри-ка, у нас есть маленький котёшка. Катюшка. Может, кстати, на столе можно еще что-то взять? Нет? А это что такое, лампа? Нет, это у нас не то, это понятно, это не надо. Так, мы это смотрели. Ну что ж, ладно, немножко мы... А вот это что такое? Цветы полить? Оба, реально, тоже можно, смотри-ка. Можно даже рыбок покормить. Можно даже рыбок покормить. Или... А, нет, потыркать, смотри, как... Круто. Ну что ж, мы продолжаем тренироваться, потому что у нас, ребята, очень-очень серьезные соперники стали. Очень серьезные. Очень крутые, очень серьезные соперники, которые нам просто не дают продохнуть, ребят. Не дают продохнуть, потому что они постоянно нас поджимают. Мы вроде как уходим в отрыв, но, тем не менее, в плей-офф только что у нас в прошлой серии был очень-очень серьезный соперник. Мы едва его победили. Он очень крутой, реально. Ну, не знаю, посмотрим, как мы сможем выбраться из этой ситуации. Давай-ка будем качаться, просто будем качаться. Просто будем качаться и все. А ловкость нужно повышать, и сделать бы ее девяточкой было бы вообще здорово. Девяточка была бы просто прекрасна. Ловкость 9. Ловкость 9. Было супер. Конечно, сила у нас 13, больше, чем у всех в плей-оффе. Но многих там очень крутые перки стоят. Эти перки... По сути, все и вывозят. Все, в общем, делают их очень-очень-очень сильными. Наших соперников. Так, ну что, давай еще ловкости немного. Добей, 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 добей. Ну и опять, давай-ка 11 уже. Сможешь, нет? Нет, он же бежать не может, все, говорит. Не могу бежать. Давай общее упражнение тогда. Ну, общее упражнение. Отжимания. Как раз силы, кстати, больше прибавится у нас. Оба, что это сейчас было? Бам, такой большой шар. Ребят, кстати, напишите в комментариях, что это сейчас только что было. Несколько раз мне, кстати, встречалось вот типа того. Так, говорит, хочу кушать. Подпольный бой у нас сегодня будет. Кстати, мы пошли дальше, видите. Мы будем теперь бой на выносливость. Это два противника подряд у нас были. Сложные бои, очень сильные соперники. Сейчас, ребят, начнутся очень сильные соперники. Они попадают рандомно. В подпольных боях вообще нельзя проигрывать, потому что если проиграешь, там сломает что-нибудь тебе. Либо ногу, либо руку. Придется долго восстанавливаться. Поэтому в подпольных боях лучше не проигрывать вообще никак. Так, пьем энергетик и идем дальше качаться, заниматься. Давай-ка, вот, дружище, докачивай 11 уже. Ты должен все-таки докачать выносливость. Конечно, это все очень-очень тяжело, но тем не менее надо это делать. Нужно. Нужно докачать. Так, 8-10. Давай, родной, работай, отжимайся. На одной руке, смотри, отжимается на одной руке, как Сильвестр Сталлоне. Видимо, ну, как сказать, это есть симулятор Сильвестра Сталлоне, типа Рокки, я так понимаю. А, соответственно, здесь и показывается, рассказывается история знаменитого чемпиона. И мы проходим этот тяжеленный путь чемпиона. Давай. Давай, 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 занимайся. 11. 11 есть. Выносливость. Мы никогда еще не добирались до выносливости 11, чтобы это просто никогда такого не было. Давай энергетика еще хапни. Энергетика тебе не хватает. Так, отлично. Мы вообще практически не спим, ребят. Практически мы не спим. Просто работаем целыми днями, качаемся, занимаемся и... В общем-то, есть, конечно, очень большие успехи у нас, очень большие успехи. Так, стоять. Сегодня у нас бой. Бой по расписанию у нас подпольный бой. Фух, ну что, попробуем себя. Так, Боб Булл. Боб Булл. По-моему, кстати, в плей-оффе нам встретится этот чувак. Без отдыха. Ни персонаж, ни его оппонент не могут нормально отдыхать в ходе боя.
как следствие, оба восстанавливают меньше энергии в бою. Так, какие-то у него удары в лодыжку, он может, техника мимо. Персонаж аккумулирует урон, нанесенный противником, и наносит его в начале своей атакующей фазы. Свободные руки, модификатор защиты, если навык активен, любые полученные удары руками нанесут на 30% меньше урона. При этом любые полученные удары ногами нанесут 20% урона дополнительно. Железный занавес, короче. Ну ладно, давайте попробуем его побить. Первый удар пропускает, обмен ударами, сразу же пропускали мы. И отличная комбо, 51. Так, давай, 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 родной. У него, смотри, выносливость уже упала, все, сдулся, чувак падает. Тут же в первом раунде сразу нокдаун. И второй нокдаун, да, 52, комбо, еле поднялся, боб. Давай, добивай его, Рокки, добивай. Отличное начало, очень хорошо, в первом раунде два нокдауна, третий нокдаун. И он уже лежит, и два поднимается. И четвертый, просто напинали, просто напинали. Зарабатываем 200 баксов, 200 баксов, ребята, 200 баксов. Ну вот это бабки, ну вот это бабки, я понимаю. Так, магазин срочно, закупайся. Закупайся едой. Закупаемся едой, энергетиками. Заедем, кстати, я хочу заехать к Кейси. Все-таки он может как-то мне это спросить о специальной пицце. У нас сейчас слишком много заказов. Он не хочет мне прям... Почему? Че? Так, заказать пиццу, доставить пиццу. Не знаю. Он говорит, когда я спрашиваю о пицце, я хочу побиться с крокодилом, ребят. У нас сейчас слишком много заказов. Займись их доставкой, поговорим позже. Ну давай, давай я доставлю тебе пиццу. Бог с тобой. Давай, давайте, ребят, тридцаточку, ну, заработаем. То есть просто доставим пиццу, как он и хочет. Потому что он нам не дает доступа к крокодилу, к этому, я не знаю. Что тебе еще нужно? У нас слишком много заказов, займись доставкой пиццы. Не знаю, ребят, что здесь нужно сделать, ребят. Пишите в комментариях по поводу того, что сделать нужно для того, чтобы побиться с крокодилом. Почему он нам не дает побиться с крокодилом, я не понимаю. Я просто не понимаю. Доставкой пиццы заниматься зачем-то нужно при этом. Ладно, посмотрим, ребят, разберемся. Так, впереди у нас какой там бой? На плей-офф, по-моему, да? Ой-ой-ой-ой, это плохо. Это очень плохо, потому что мы тут форму немного свою потеряли. Так, посмотрим, мы сможем ли мы вообще сейчас за полдня восстановить хотя бы. Ну, выносливость-то понятно, мы восстановим до 11. Давай-ка восстанавливай до 11 выносливость. Может быть, ты ловкость сможешь до 9-ки? Ну, конечно, сомневаюсь, навряд ли ты сможешь до 9-очки до конца дня. До конца дня, наверное, ты не сможешь. До 9-очки приблизиться можно к 9, но прокачать ее, это навряд ли у тебя получится. Это навряд ли. Так, ну приблизились. Плей-офф, ребят, плей-офф. Сегодня будем биться с Биллом Билл Дэвис. Очень ловкий товарищ, очень ловкий. Не знаю, как мы его победим. Давайте попробуем, это плей-офф, мне даже страшно. Полуфинал, ребят, мне реально очень опасно, потому что плей-офф это сразу на вылет, насколько мне известно. Я не знаю, как мы его выиграем. Ой, ну ладно, поехали. Так, у него тут куча перков, отличная растяжка, весь урон наносимый с помощью ударов ногами увеличен. Хладнокровный. Если любой удар персонажа окажется заблокированным, противником затраты энергии всех последующих ударов снижается на 25%. 2.14.8. Он очень слабый, но очень ловкий. Рокки, тебе главное по нему попасть, просто попасть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что же он делает, а? Смотри-ка, я сам по себе ударил, получается. О, 24, ну хоть снесли ему немного. Но выносливость у меня очень сильно падает. Посмотри, какой он, зараза, ловкий. Гад. Он как панчер, с которого мы победили. Ой-ой-ой, нет, нет, мы падаем. Либо сейчас он, либо мы. Да, он упал, отлично. Рокки, красава, восстанавливай силы, пожалуйста, бей. Так, снесли половину здоровья. Есть, конечно... Есть, конечно, шанс, что мы его победим. Давай, давай, родной, ну же. Пожалуйста. Отлично. Ему один удар. Ну, попади по нему.
Он блок ставит, мы получаем урон. Так, бой получается практически на равных. Второй раунд прошел. Ой-о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 й
что это было? Нет, мы, по-моему, сейчас проигрываем. За долгие времена мы ни разу еще не проигрывали. И вот нашелся все-таки соперник, гад. Ты смог дойти только до полуфинала. Награда 5,50 долларов и 5 очков навыка. Не сейчас, но ты был хорош. Мик говорит, я могу записать тебя в следующий плей-офф через 3 дня. Да, отлично, давай попробуем. Приходи ко мне, когда будешь готов. Да, замечательно. Если плей-офф у нас будет почаще проходить, то нормально, ребят. Мы сможем как бы нормально вытащить. Сейчас мы тогда подготовимся получше. В общем, там соперники сами видели, ребят. Очень-очень серьезные, очень крутые ребята. Так, ладно, поехали сюда. Давай-ка закупимся здесь. Я заеду тогда к Сильверу. Качнемся у него немного, да? Сильвер, давай, спарринг. За 20-ку. Твое здоровье очень низкое. Это влияет на количество очков здоровья, ХП во время боя. Советую тебе отдохнуть и восстановить здоровье. Да ладно, погнали. Ничего, нормально все. Здоровье очень низкое. Ну, мы Сильвера-то завалим. 100%. Вот, прямо на первых же секундах первого раунда мы его просто выстегиваем, получаем 3 очка умения, у нас уже 22, следующее, что мы будем качать, я думаю, нужно будет взять, наверное, можно, кстати, берсерка взять, если у персонажа 30% или меньше, он, конечно, увеличивается. Вот их, его урон увеличивается, удар уничтожающий 30% имеющейся энергии оппонента. То есть это нужно собрать, вот это вот все пройти, и вот до этого вот я бы хотел добраться до шаровой молнии, удар уничтожающий 30% имеющейся энергии оппонента. Это круто. И вот нужно взять пытка. Модификатор ударов, если навык активен, каждый успешно нанесенный удар имеет шанс понизить уровень ловкости противника. Я думаю, именно это нам и нужно в ближайшее время. Потом, кстати, вот это я бы тоже взял бы, широкая кость. В принципе, есть очень много навыков, которые можно было бы взять. Так, иди-ка в спортзал, давай там мы качнем на скакалке. На скакалке поработаем, 10 баксов потратим на это. Так и быть. В принципе, деньги есть, можем себе позволить, а скакалочки у нас нету. И, насколько мне известно, мы не можем ее пока и купить. Скакалки вообще нет такой. Так, погнали, давай тренируйся на скакалочке. Попрыгай немного. Повышай свои навыки, ловкость и выносливость. Это очень сейчас нам нужно. Нам нужно, наверное, ловкость повысить до 10-ки и выносливость сделать 10-12. И силу нужно, конечно, качать еще больше, чтобы прям были вообще просто, не знаю, адские просто удары. Так, пиццерию забежим. Я все-таки проверю этого Кейси. Может, он мне все-таки крокодила откроет, нет? Крокодил, я хочу с крокодилом побиться. Он говорит, нет, занимайся доставкой пиццы. Он говорит, занимайся доставкой пиццы, и все. Ну ладно. Давай, Адриан. Так, подарочек тебе за 40 баксов. Надеюсь, ты сейчас не будешь кочевряжиться и как бы, в общем-то, влюбиться, да. Есть? Так, она влюблена, дорогой, я тоже счастлива. Отлично, я надеюсь, ты не променяешь меня на свои бои. Нет, конечно, всегда будет время на тебя. Так, давай, сюда рви. Кушай, да? Ешь энергетик. Ну так вот, побольше энергии, отлично. И давай заниматься, давай качаться. Будем все параметры, ребят, будем качать, как обычно. Я думаю, нужно до 14 тоже добираться. Силу нужно качать, но сейчас мы прокачаем выносливость. Потому что в прошлом бою нам выносливость сносили просто дико. Дико, ребят, сносили выносливость. Я подумал бы, 11 это, конечно, немного получается по сравнению с теми соперниками, которые нам предстоит пройти этих соперников. А в плей-оффе биться довольно сложно, ребят, довольно сложно. Тем более мы еще будем скоро работать на Дона. На Дона будем скоро работать, на мафию поработаем. И мы будем играть такого негативного персонажа, поиграем за него. Здесь разные концовки, насколько мне известно, то есть можно
против Дона быть, можно за Доном быть, ну и так далее. То есть, ребят, очень разные консолочки. Так, погнали, давай. Давай, ловкость. Ловкость побольше прибавляем. Отлично. Так, сегодня у нас какой-то бой будет, да? Кто у нас сегодня будет? Подпольный бой. Давай ловкость до девятки, до подпольного боя обязательно нужно сделать. Ловкость до девяточки, ну же. Давай, общее упражнение. Общее упражнение, ну. Ловкость тоже прибавляет. Так, молодца. Хорошо. О, мы, по-моему, до девяточки-то качнем ловкость однозначно. Давай, добивай ее. 9 ловкость. Ну совсем немножко. Он уже не может. Все, молодца. Так, говорит, кушать хочу. Он не спал, ребят. Наш герой не спал вообще. Так, здоровье восстановил. Энергии немножко сейчас подбавим. Один энергетик выпивай. Давай, что ты еще можешь? Ну, давай еще немного. Нет, говорит, все, не могу вообще никак. Руки уже падают, просто не поднимаются. Настолько жестокие у нас тренировки. 1,5 мы качаем. Стоять. Так, подпольный бой, ребят. 13-9-11, посмотрим. Капитан Батл против нас. Капитан Батл. Ого, вот этот чувак серьезный, ребята. Вот этот серьезный чувак, тоже ловкач. Тоже ловкач против нас будет биться. Нужно против ловкача мне пытку взять. Ой-ой-ой, сейчас мы можем, по-моему, влететь с этим ловкачом. 42, отлично, комбо, прекрасно. Давай, дружище, только не сдувайся, пожалуйста, родной. Мочи этого урода. Да что ж ты так много-то пропускаешь? Ловкости у тебя много, дружище, 9 у тебя ловкости. Почему ты пропускаешь, я не понимаю. Так, ну он устал, смотри, капитан у нас устал. Давай, добиваем его, нокдаун, ну же. Эх, спас его гонг. Спас его окончание раунда, мы бы так его добили, этого урода бы. Нет, только не падай, Рокки, твою мать. Не сдувайся, да что ж такое-то, а? Ребят, мы качаемся, но почему? Черт возьми, почему мы так плохо стали выступать? Ну как же так-то, а? Не, ну я не знаю, ребят, что сделать. Может быть, я просто блок поставлю. Ну что мне еще делать, а? Что мне еще делать? Блок я поставил. Может быть, как-то он будет уворачиваться хотя бы. Столько напропускал уроки. Да! Ой-ой-ой, какой страшный был нокдаун. Давай. Бей. Ну же. Как ты его упустил-то, а? Ну, маленький пиночек небольшой, отлично, выигрываем. О, да, вот это соперники, ребят, вот это у нас соперники стали. Серьезно, здесь очень жестко. Очень жестко здесь. Так, берсерка можем взять, а можем взять то, что мы и хотели, это пытка. Так, для ловкачей как раз, да? Для ловкачей берем. И вот эту штуку я тоже бы взял, потому что железнолобы. Если навык активен, любая блокировка удара проводит к снижению ловкости противника на 30%. Модификатор ударов, если навык активен, каждый успешно нанесенный удар имеет шанс понизить уровень ловкости противника. Отлично, вот сейчас мы ловкачей будем делать просто. Делать, посмотрим. Как она будет у нас работать, как этот навык у нас работает. А тем временем мы отправляемся домой. Закупаемся. Абсолютно всем. 230 баксов у нас еще остается. Мы едем домой, занимаемся. 3 дня влюбленности у нас еще есть. Давай-ка энергетика немного попей. Совсем чуток. Нужно же еще восстановить свое здоровье. Давай ловкость. Качай. О, да. Но он не может. Он не может, реально. Качать ловкость не может уже. Обессилен.
Ловкость падает на 8, но зато выносливость у нас остается на 11. И это, конечно же, хорошо. Это прекрасно. Что у нас 11 уже выносливость. Можно потом до 12, естественно, ее качнуть. Это будет супер. Выносливость здесь, ребят, очень нужно. Нужно иметь хорошую выносливость для того, чтобы не падать. Чтобы не падать, чтобы нокдаун не оказаться, нужно выносливым быть. Очень спортсменом. Соответственно, соперники... Так, все, говорит, не могу. Давай спать. Ну давай поспи, дружище, поспи немного. Хотя вот ты сейчас будешь спать, а влюбленность-то пройдет. Понимаешь? Пока ты будешь спать. Влюбленность-то немного проходит. Так, все, поспал. Давай покушаем. Иди работаем. 9 нам надо ловкости. Скакалочка бы купить, но она нигде не продается. Насколько мне известно, нигде не продается. Так, подпольный бой будет через 2 дня. Нормально, работаем. Надо к Мику заглянуть скоро, потому что он сказал, что плей-офф следующий будет через 3 дня. Говорит, заходи ко мне, я тебя, говорит, запишу на плей-офф. Бои на вылет. Если мы там пройдем, соответственно, мы можем там заработать много очков умений. Ну, нет, очков умений немного, кстати. Там почему-то в прошлый раз там что-то 5, что ли, заплатили. Хотя мы добрались до полуфинала. Практически в финал попали. Ну, там был лавкач, дикий лавкач, которого просто выхлестнуть было крайне сложно. Крайне сложно, ребят, нужно было его как-то валить. Но у нас сейчас есть новый навык для лавкачей, поэтому я думаю, мы можем с ним будем... Ну, я думаю, мы с ним справимся. Надо записываться на плей-офф, и мы с ним справимся, я думаю. Так, отлично, уже скоро будет 12 выносливости. Это супер. Так, 9. Давай до девятки. 9,5 где-то надо, чтобы не упала она у нас. 9,5. Нет. Опять выносливость. Давай работаем. Побежали. Отжимания. После отжимания, кстати, он немного отдыхает и... Кстати, ну и восстанавливает, соответственно, свою энергию. И опять можно на ловкость потом заниматься. Так, стоять, что у нас сегодня? Ничего. Давай еще позанимайся. Один день влюбленности. И силу заодно прокачивает. Так, нужно покушать. Давай, иди покушай. И еще потренируйся. Так, молодец. Молодца. Вот. Ловкость поперла теперь. Теперь побольше. Сейчас мы 9,5 уже сделаем. Уже к концу дня не должна уже упадать она так быстро. Давай, до 12, ну же. Качай. До 12 выносливость. Чтобы у нас так просто нельзя было одолеть. Давай, родной. Молодец. Рокки, конечно, очень сильный человек. Он... целеустремленный и жесточайший режим, конечно же, только такой режим сможет выдержать только настоящий чемпион, ребят, настоящий чемпион. Давай отжимайся. Так, выносливость. 12 будет, нет? Есть, 12 есть, 9, 10 у нас ловкости точно не будет. Эх, жалко. Ну ладно, хоть 12 есть, отлично. Каждый бой мы приходим с новыми какими-то результатами. Соответственно, мы сейчас должны поучаствовать в наших подпольных боях. Посмотрим, кто против нас. Ага. Человек, который обладает высокой, большой, огромной силой. Ставим мясной молот. Это что у нас? На ловкость, да? Можно ловкость ему, конечно, снизить вообще прямо.
Так, это у нас на ловкость, выносливость, это на выносливость, это у нас усиливает удары, и как раз выносливость, да, сшибает ему. Хорошая блокировка, шанс на успешную блокировку увеличивается, расход энергии на блокировку возрастает. Посмотрим, попробуем его ослабить. Ой-ой-ой-ой, сильно. Он устает, смотрите, как быстро он устает, сейчас будет падать. О, все, устал, на тебе сразу с ноги. Крас... Да, второй тебе нокдаун. Давай, булка. Все, падает. Падает, 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 падает. 48 комбо. Отлично. В первом раунде выхлестнули сразу нокаут. 200 баксов. 10 очков умений. Красота. Молодец. Молодец, Рокки. Сделал все ты правильно. Ты все правильно сделал. $425 зарабатываем. Деньги, конечно, у нас растут. Это радует. Увеличивается бабло. Заезжаем. Нет, подожди, давай сначала мы поспим, а потом мы заедем к Адриан. Вот так и сделаем. Вот так мы сейчас сделаем. Давай, отдыхай сначала. Отсыпайся. Так, отсыпайся, отдыхай. И потом поедем, сейчас подарок подаришь. Так, к Адриан подарочек. Надо съездить, подарить. Влюбленность получаем. И поехали мы обратно. Так, говорит, ну что-то она как-то не очень. Сердечки я не вижу. Сердечки, где сердечки? Давай, давай, давай. Разве мы вместе? Опять начинается. Короче, понятно. Ну что, мне еще тебе подарок дарить, а? Давай еще тебе подарок. 40 баксов. Ой, как мило. Мы опять ее сейчас купим, да? О, все, купили. Влюбиться, все нормально. Давай, погнали. Ну все, хорош. Хорош болтать. К делу. К делу. Так, давай, кушай. Кстати, я сейчас, наверное, сгоняю к Сильверу, да? Давай-ка мы к Сильверу сходим. Поработаем с ним спарринг. Устроим за 20 баксов. Я вот сотку сейчас слил. Сотку баксов просто потратил. Ну, во-первых, на влюбленность потратил 80, получается, два подарка. Но в следующий раз тогда нам будет уже позговорчивее. А, ну, во-вторых... Так, а что у нас прям выносливость так дико падает, я не понимаю. А что такое-то вообще? В чем дело? Почему у нас выносливость так дико падает? Вы видели, как она упала у нас выносливость? Сильвером. В чем дело? У нас 11 выносливости. Это как? Это вообще возможно или нет? Я не понимаю. Так, давай магазин. Закупайся. Холодильник надо расширить. Надо побольше холодильник, чтобы туда просто забивать всего полно, чтобы было у нас. Отлично, мы в хорошей форме. Все, начинаем качаться. 4 дня у нас. 4 дня у нас есть влюбленности. И за это время нам нужно просто сейчас... забить мышцы свои. Забить мышцы, чтобы они росли. Чтобы тренировки у нас были очень крутые, очень, очень эффективные. Мне с нетерпением охота поучаствовать в плей-оффе и победить там всех. Победить, просто всех порвать. Наш Рокки это сделает обязательно, ребят. Он обязательно это сделает. Не забывайте, ребят, ставить лайки, кому нравится Punch Club. Рокки очень сильно лайки поддерживает. Они помогают ему в тренировках. А он чувствует себя бодрее. Чем больше лайков, тем круче Рокки. Давай, 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 выносливость. 12 есть, ребята. Выносливость есть у нас 12. Отлично. Так, что у нас сейчас на горизонте? Ага, осталось несколько сложных боев. Очень сильные соперники у нас здесь, в подпольных боях. Да, согласен. Там, конечно, ребята очень-очень сильные. Это, конечно, с этим не поспоришь. С этим не поспоришь. Никак. Так, выносливость он уже все. Бежать не может. Бежать уже не может. Ну давай общее упражнение, давай. Давай, дружище, до 12 догоняй. Тебе нужно 12 сделать обязательно. И мы съездим к Мику. Мы сгоняем к Мику. Запишемся в плей-офф. Потому что нам нужно качаться, качаться и еще раз качаться. Ну вот молодца. Смотри-ка, как работает он усердно.
Один день влюбленности уже прошел. Так, 12 есть у нас. Давай, ловкости бы 10. Ловкость 10 надо. Давай, ты сможешь. Ловкость 10. Ну же. Красава, красава, почти десяточка, почти. Так, иди покушай. Энергетиков попей. Так, и мяско. 3 энергетика с мясом. Не знаю, насколько это полезно. 12. Давай, 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 чтобы не упал у нас. Выносливость. Ловкость он уже не может, ребят, качать. Просто уже нет сил. Нет сил качать выносливость. Но еще у нас завтра только. Получается, завтра только у нас будет. Запишем, завтра с бой будет. Поэтому, слушай, нормально, вообще хорошо. Нифига себе откат-то какой большой это был, а, сейчас. Смотри, было 12 чуть ли не с половиной там уже практически. А сейчас откатилось на 11. Ну чё, ловкость? Тяжело, дружище, знаю, знаю, тяжело. Давай, иди отдыхай, иди поспи. Немного, потому что ты что-то прям совсем ватный уже стал, ты уже не можешь просто. Уже изнемогает он. Изнемогает. Так, иди покушай. Восстановил здоровье. Энергию, вернее. Давай еще, еще, дружище. На ловкость десятку сделаешь, нет? Ох, было бы здорово, ребят, если бы он сделал бы десятку. Было бы очень круто. Давай, может, на отжиманиях получится, а, десятку? Давай десяточку, ловкость 10, ловкость 10, ловкость 10, ну! Давай, родной, осталось, день-то уже заканчивается, сейчас будет бой. Тебе нужна ловкость 10, однозначно. Давай, только ловкость, 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 ловкость. И... остается пару штрихов, и она 10 точно, да, докачал, молодец. 13, 10, 12, вот это параметры. Так, бой. Ага, против нас силач. Против нас, ребята, силач будет. Главное сейчас выстоять. Так, перки, боксер у него. Ага. Долгоиграющий, понял. А это что такое? Самоубийственная атака. Шансы персонажа на успешную блокировку или уклонение снижаются, при этом он затрачивает на 30% меньше энергии на любые атакующие навыки. Панчи. Зовут этого типа Панчи. 10, 16, 10. Здоровый гад. Давай, нахлёстывай, Рокки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нифига себе, что творится-то, а? Эй-эй-эй-эй. Рокки! Твою мать, давай, вали, отлично, 68. Нифига, вот это бой, конечно. Ты смотри, что он делает, а, мерзавец. У него сил нет уже, он падает. Отлично, вот это был красивый первый раунд, ребят. Просто обмен ударом был жесточайший. И Рокки сейчас наносит хорошую серию во втором раунде. И в итоге выхлестывает просто нокаутом. Сумасшедший бой, ребят, сумасшедший бой. Что такое? Сначала реши все вопросы с Доном, после этого поговорим. Цель достигнута, кровавый чемпионат. Мы подпольную лигу пройдено. Это было непросто, но не так страшно, как мне казалось. О да, мы это сделали. Так, что я могу еще сделать? Я могу взять берсерка. А могу взять вот эту штуку, широкая кость. Если навык активен, любая блокировка удара приводит к снижению ловкости противника на 30%. Так. Можно добраться до шаровой молнии в итоге. Не, уже скоро. А, но для этого мне понадобится... У меня сейчас 30, да, очков умений. 30 очков умений. Здесь 25, здесь там 26 получается. И здесь 27. Давайте я возьму железно-лобы. Посмотрим, что это значит вообще. Ну, мне кажется, это хорошая штука, ребят. Это очень крутая штука. Против ловкачей она должна работать просто зверски.
Так, поехали в магазин. Пока я никуда не поеду. Мы победили в подпольных боях, ребят. Это просто круто. Это великолепно, ребят. Мы победили и стали чемпионом подпольных боев. В лиге победили. Офис Мика. Едем туда. Приезжаем к офису Мика. Нужно здесь у нас спросить про плей-офф. Я готов получить профессиональную карту. Поехали, он говорит. Ага, он меня записал в плей-офф. Следующий бой через 2 дня, ребят. Едем, готовимся. Занимаемся сначала обычно, как по старой доброй традиции. Мы заезжаем к Сильверу. Устраиваем спарринг здесь. Давай, работаем. Зарабатываем очки умения по дороге. Почему бы не взять 3 очка умения, если мы проезжаем мимо тренажерного зала? Почему бы не накинуть Сильверу пару хороших приемчиков, после которых он будет отлеживаться, валяться в коме? Вот приблизительно вот так вот в первом раунде. Выхлестываем его за 20 баксов за кусок мяса. Идем на тренажерку, подходим к скакалке, начинаем работать. На скакалочке прыгаем, тоже, ой-ой-ой, как откатилось-то все быстро-то, что происходит, почему так быстро откатывается все, а? Добрались до десяточки, а сейчас это все уже 9.11, ну как, ловкость вообще быстро откатилась. Да и что самое интересное, и выносливость-то тоже. Так, я только здесь на скакалочке поработаю. Заплачу 10 баксов, у меня, в принципе, по деньгам нормально, хватает. Отлично, хочу кушать, поехали. Поехали сюда. Приезжаем домой. Берем 2 куска мяса. Съедаем и идем в гараж. Докачиваем. Докачиваемся здесь. Там я скакалочку использовал на все 100%, по сути. А здесь мы уже все докачаем дома. Так, через 2 дня у нас плей-офф. Нужно быть в хорошей, отличной просто форме. У нас есть новые перки, поэтому я надеюсь, они нам помогут все-таки. Ну, параметры у нас довольно приличные, как бы 12 у нас выносливости. Я считаю, это круто. Это круто, ребята, это очень круто. 12 выносливости, 12,5 даже у нас получается. Давай-ка, ловкости. 9. Хотя бы до 10 догоним ее до боя, чтобы у нас было. Ну вот смотри, как откидывается почти наполовину, а? Гейм прошел и все отбросили наполовину. Девяточку наша ловкость откидывается просто куда-то вдаль. Это, конечно, очень тяжело восстанавливаться после такого. $278, ребят, у нас в кошельке. Это круто. В принципе, деньги есть. Самое главное, ребят, что деньги есть. Это, конечно же, очень сильно радует. Очень сильно радует. В том плане, что теперь нам не нужно гонять на эту ужаснейшую работу. Просто нужно просто качаться, не отвлекаться и работать. Не отвлекаться и заниматься на спортзал, в нашем домашнем спортзале. Так, давай, ловкость. Все. Он уже все, убитый по ловкости, да? Давай здесь тогда, поджимайся. Чтобы не откатывалось у нас подальше. Так, 10 уже есть, точно не откатится. Давай-ка еще здесь поработай. Ловкость покачай. 10,5 практически уже есть. Ну и выносливость, соответственно, мы прибавим тоже. Почему бы нет? Почему бы нет? Так, есть бой в полуфинале. Кто у нас будет в полуфинале? Мы с кем будем биться? С Мэнни. Мэнни, кто такой Мэнни? 9-5-9. У него какие-то перки есть. Крепкий орешек. Если персонаж отправляется в нокдаун, существует шанс, что выйдя из него, он восстановит 30% запаса энергии. Долгоиграющий. Все положительные эффекты длятся дольше. Ну что, попробуем против Мэнни побиться. Я надеюсь, мы его побьем, ребят. Я надеюсь на это. Так, у него много силы. Можно, конечно, ему ловкость сбить. Вообще сбить ловкость. Но пока мы не будем, потому что он не ловкач. Я думаю, мы и так его завалим. Давай, Рокки. Ой-ой-ой-ой-ой, какое комбо. Прошло серьезно это, а? 44.
Бам! Нокдаун. В первом раунде получает Мэнни нокдаун. И смотри-ка, он встает, восстанавливается у него, потому что перк восстанавливает 30% энергии. И опять второй нокдаун. В первом же раунде получает третий нокаут уже. Короче, все, слили сразу Мэнни, да. Но сразу было понятно, что чувак, конечно, здесь прям не такой уж он и крутой. По сути, смотри-ка, Сильвера. Давайте добьем уже и Сильвера заодно. Потренируемся с Сильвером и, соответственно... Давайте похлещем ему немного по лицу, по носу, постучим вот так вот раз, раз, раз. И в первом раунде выхлёстываем всех просто подряд, всех подряд выхлёстываем и зарабатываем очки умения. Тем самым, раз мы здесь оказались. Так, отлично, отлично, ребят. Все хорошо. Апу, привет. Апу, я к тебе, за мясом, как обычно. Ты мне мясо мог бы доставлять бы домой, вот это было бы здорово. Так, заезжаем тогда, Адриан. Адриан, тебе подарок от меня. Давай, за 40 баксов, тебе просто 40 баксов. Такой замечательный, спасибо. Ну что, влюбиться получится, нет? Давай, 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 разве мы вместе? Мне кажется, что мы не вместе. Ой, нет. Боже, с тобой нужно болтать опять, стоять. Блин, я ей дарю подарки, реально. Болтать, я хочу уже есть. Ты хоть меня покормила бы, что ли? Подруга, слушай, покорми немного. На тебе второй подарок за 40 баксов уже. Она стоит вон там на крылечке и все. То есть ничего не делает вообще прям вот. Я не знаю. Женщина должна мужчину кормить, ребят. Вообще, по сути, женщина должна кормить мужчину. Она просто тупо стоит на крыльце, понимаете? Ну, как бы я и тут заваливаю ее подарками. Каждый день чуть ли не по одному, по два подарка. Ну, не каждый день, через там неделю я ей подвожу такие подарочки. Соответственно, ей по барабану вообще просто. По барабану. Так, погнали. Тренируемся. Плей-офф. Следующая тренировка у нас будет... сегодня получается, но бой у нас получается будет, по-моему, завтра, да? Завтра у нас будет... сегодня мы успеем потренироваться. Восстановили мы здоровье, успели. Отлежались хорошо, прям хорошо полежали. Поспали, отдохнули, развеялись. Так, выносливость давай больше. Нужно силу 14, по-моему, делать. Нужно силу 14 делать, ребят. Давай-ка ловкость 10, а то упадет. Я не знаю, за 2 дня мы успеем прокачать? Да по сути за день-то получается. Нам нужно 11 ловкости сделать. Это вообще реально? Сейчас опять упало до 9, да ладно? Прикинь, было 10,5. Как бы стало 9, я не понимаю. Почему так откатывается дико? Почему так откатывается дико? Не, ну это... Это, конечно, вообще... Жестко. Плей-офф, ребят. Нужно пройти плей-офф. Вау, это не просто, ребят. Плей-офф. Там чуваки серьезные. Очень серьезные ребята. Очень, очень крутые. Так, посмотрим новые перки. Нужно поставить, наверное, вместо мясного молота я поставлю, наверное, как раз вот эту вот пытку. Посмотрим, как она сработает. Так, что у нас там? А завтра бой еще? У меня есть еще день. Прекрасно. Давай, работаем. Работаем, 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 работаем. Давай, 10,5. Может, ты до 11 качнешь, а? Кто его знает? Давай общее упражнение. Тоже качаем выносливость и, соответственно, ловкость. Отжиманием качаем и выносливость, и ловкость. Скидывается вообще прям сильно. Давай, родной, давай, 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 давай. Тяжело стало, конечно, сейчас повышать свои навыки. Так, качнули. Один энергетик еще. 133 бакса. Проигрывать нельзя.
проигрывать просто нельзя. Ну, хоть какие-то, конечно, нам деньги за это платят, но проигрывать сейчас вообще нельзя. Не рекомендуется просто. Давай, 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 давай. Полдня осталось, ребят, полдня. Я не знаю, успеем мы, нет? Ловкость до 11. Очень сильно откатывается. За день просто падает та ловкость. Дико. По-моему, мы не успеваем. У меня такое ощущение, что мы не успеем. Просто не успеем. Давай, может, общее упражнение получится, а? Ну, пожалуйста, качай ловкость. Ловкость до 11. Нет. Никак не успеваем, а? Печалька. Давай хоть выносливости. Приблизимся хотя бы к 13, так и быть уже. Так, почти 13. Ну хорошо. Стадия полуфинала. Кто против нас будет биться на этот раз? Ник Дартус, да? Походу, это тот же товарищ, который нам... о котором мы побеждали, да? Пытка у него. Вот у него пытка, кстати. У нас тоже сейчас будет пытка для него. Ладно, погнали. Давайте, ребят, попробуем выиграть полуфинал. Убираю я модификатор. Посмотрим. Давайте снизим ему. Так, а что-то у меня еще есть. Вот, например, если навык активен, любая блокировка удара приводит к снижению ловкости противника. Давайте испробуем просто вот эту вот штуку. Мне же нужно как-то пробовать, ребят, наши новые навыки. Так. Нахлёстывай. Может быть, мясной молот надо было оставить, наверное, для силача. Посмотрим. Посмотрим, как у нас Рокки с этим справится. Пропускает неплохо. Опа, да! Смотри, сбили мы ему выносливость. Так. Понятно. А, давай пока уберем ее, поставим мясной молот. Что будет тогда? Или, например, пытку. Если навык активен, каждый успешно нанесенный удар имеет шанс понизить уровень ловкости. Ну, в принципе, ему понижать-то уже некуда. Мне кажется, нужно сбивать ему молотом. Мясным молотом. Выносливость. Ой-ой-ой, у меня сбивается выносливость. Что-то мои эксперименты не доводят меня до добра. Давай, давай, вали его. Ой, какой напряженный бой, это нокдаун за нокдауном. Так, еще один удар, пожалуйста, ну. Так, хорошо. Мясной молот, давай пытку ставим. Будем пытать его. Ловкость понизим ему. Да, добиваем. Ой, ой, ребят. О, да. Спарринг. Погнали. Давай сильвером побьемся. Ты смотри, вот это хорошая комбинация, которую я сейчас поставил. В принципе, она неплохая. Пытка работает нормально. Для ловкачей хороша бы пытка. Да, вообще почти урона не нанесли. Ребят, посмотри, что произошло-то. Урона-то практически не нанесли. Это же вообще здорово. Так, что у нас там дальше? Через 3 дня бой с чемпионом плей-оффа. Кто у нас там чемпион? Так, это вот этот лысый Билл Вилсон. Силач. Он силач. Да, против силача нам нужно... да, что же нам делать-то надо? Посмотрим. Я думаю, пытку мы поставим. Ребят, не забывайте ставить лайки, кому нравится Punch Club. Поддерживайте комментариями, пишите комментарии, полезные комментарии всегда приветствуются, ребят. Мы забежим сейчас к нашему дорогому, замечательному. Ой-ой, у меня бабло заканчивается, что за дела? У меня реально закончилось бабло. Потому что сейчас боев-то нет у нас. Вот это да, вот это да. Так, можно пойти, конечно, на Дона поработать, я не знаю. Где-то нужно бабки-то зарабатывать сейчас, потому что навыки мои, я не хочу, чтобы они у нас падали. Нам нужно, ребят, срочно выиграть.
Через 3 дня бой, через 2 дня уже бой получается. И, собственно, нам нужно обязательно выиграть плей-офф, иначе у нас просто денег не будет. Что ж, дорогие друзья, будем прощаться. С вами был Родригес. Подписывайтесь на YouTube-канал, на Twitch-канал, группу ВКонтакте. Не забывайте ставить лайки, пишите комментарии. Я вам желаю хорошего вам настроения. Увидимся в следующей серии. До новых встреч, друзья. Всем пока-пока.